Живе Беларусь! Слава белорусским героям Андрею Зельцеру и Роману Бондаренко! И вот буквально с минуты на минуту 19 ноября 2021 года появилась информация от Белтелекома, что якобы кабель, который ведет в направлении Польши, телевизионный, естественно, был поврежден. И Белтелеком заявляет, что возможно, что будут перебои в сегменте западного информационного телевещания. Вы вдумайтесь, фактически Лукашенко использует технологию Лебединого озера. Вы еще сомневаетесь, что это сделали какие-то спецслужбы Беларуси или России, или, может быть, вообще никто ничего не повреждал, и эти кабеля целые? Все возможно. Может быть, это просто обычная пушка от режима Лукашенко. Считают, что такие варианты тоже не исключен. И более того, считают, что и началась вот такая вот гибридная война с Западом Лукашенко. Только такое впечатление, что он воюет, отрезая себе какие-то части тела. Взял, повредил кабель, идущий из Польши. Думает, что нету каких-то других ресурсов для получения информации. Такое впечатление, что человек остается в прошлом веке. Что вы вот думаете по этому вопросу, по вот этой новости? Это реально поврежден кабель, и кто мог тогда повредить? Получается, что скоро начнутся поиски каких-то диверсантов или польских или украинских каких-то диверсантов, которые повредили этот кабель. Или все сольют на партизан белорусских. Вот как вы считаете? Напишите в комментариях ваше мнение.